Во Владивостоке на стадионе «Авангард» прошли гонки по спидвею на льду. На старт вышли 7 команд из Приморья. «Вымпел» из Владивостока, «Гранит» из Дальнегорска, «Звезда» из Большого Камня, «ОЛРЗ», «Портер» и команда спортивной школы имени Шевченко из Уссурийска, а также команда регионального отделения ДОСААФ. Помимо приморских спортсменов, в соревнованиях приняли участие 3 чемпиона мира и ветераны приморского мотоциклетного спорта. Вот мы снова с вами сегодня здесь собрались на стадионе «Авангард», который после 42-летнего перерыва впервые проводит ледовый спидвей. И, безусловно, сегодня здесь будут лед резать отважные, мужественные и поистине бесстрашные люди, наши гонщики, которые представляют все наши города, кто занимается спидвеем, мотокроссом. Безусловно, скорость, энергия гонщиков, огонь, сердец болельщиков растопят этот лед, доставит нам поистине большое удовольствие. Во время ледового спидвея состоялся 21 заезд, в каждом из которых участвовало по 4 спортсмена. Первое место по итогам заездов завоевала команда «Вымпел» из Владивостока. Второе и третье заняли команды «Портер» и «ОЛРЗ» из Уссурийска. Огромное спасибо за то внимание, за ту любовь к спорту, которую вы проявляете. К техническим видам спорта мы будем их проводить каждый год, чтобы была возможность поболеть, потому что сегодня победила, помимо команды «Выбил», победили болельщики, которые отдали свои сердца своим любимым спортсменам. Спасибо вам за это, спасибо вам, ребята. Спасибо! Как уточнили Федерации мотоциклетного спорта Приморского края, последние гонки по спидвею на льду на стадионе «Авангард» проходили еще в 1982 году. Соревнования возобновили по инициативе губернатора Олега Кожемяка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.